Привет всем! Хочу показать вам курицу, мы сегодня зарезали. Ей около 3 лет. И у нее вот такой непонятный был. Да, в животе опухоль, что ли, вот какой такой. Вообще-то очень твердое. Такое вот большое. Вот прямо вот здесь вот такая большая была опухоль. Мы даже не знаем, что это. Из-за чего это? Вот такие кишки какие-то. Курица худая очень, но она ела, потому что она особенная такая, мы ее могли определить, она вчера еще кушала. Немного нахохлившаяся ходила, но кушала. А вот это вот что такое? Вот такое твердое, как опухоль. На мясо похоже сваренное. Да, старая такое. Курица внутри, рождалась внутри. Да, яйцо какое-то было маленькое. Вот это что такое? Первый раз такое видим. Правда, совсем как непонятное, что это вот такое. Оно такое легко, он разрывается. Непонятное. И обычно ж яички такие есть маленькие. Тут вон вообще что-то неясное. Одни кишки. Да. Если у кого-то, кто знает, что это, напишите, пожалуйста.